Рыбакит папа рисует. Привет, ребят! Давайте сегодня порисуем и нарисую большую-большую дорогу. Вот такую дорога. И раскрасим ее акварельной краской. Вот такая у нас дорога. О-о, пи-пи! Что я вижу? Здесь едет настоящая машина. Ху-ху-ху! Но наша дорога еще не готова, не покрашена. И папа свин здесь едет на этой машине. Да, ребят, покрасьте для нас дорогу. Да, папа свин, мы обязательно покрасим для тебя дорогу. Ты немножко отъедь назад. Вот так, да. А теперь мы возьмем коричневую краску и будем красить нашу дорогу. Нашу дорогу мы красим акварельной краской вот так вот. От начала и до конца ровным слоем пытаемся покрасить. О, какая отличная дорога, я по ней очень хорошо проеду. Да, ребят, давайте покрасим всю нашу дорогу ровным слоем. Вы тоже можете нарисовать дома теперь такую дорогу и тоже ее покрасить. И по ней тоже проедет папа свин. Смотрите, как он едет по этой дороге. Мы красим, а он едет. Давай покрасим всю до конца ее. Очень ровным слоем покрасим. Вот так вот красим. Сверху вниз. И все это красим коричневой краской. Вот так закрашиваем всю дорогу. Ровно закрасили. Кисточку поставили и помыли. Положили. А теперь, папа свин, ты можешь ехать. Ура! Спасибо, ребят! Поехали! Отличная дорога, ребят! Спасибо, что нарисовали для меня такую отличную, хорошую дорогу! Удачи в рисовании! Пока-пока! Все, ребят, до новых встреч! Рисуйте с нами и каждый день приходите в гости! Пока-пока! Привет, меня зовут Ваня. Я папа. Предлагаю вам Рыбакит-бокс. Уроки рисования для детей. В коробке мелки, краски, кисточки, пластилин и флешка с уроками. Рыбакит, папа рисует.